Where am I? Why? God, why? Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no, no, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? Вот и все. Захуярил ее. Ранее на неделе. Не, хуйню сказал. Недели и ранее. The further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Вообще охуеть. Oh, our stuff made it here before us. Прям на меня пропадают. Those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Так. 3-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Ну, надеюсь, не будет виснуть. Очень сильно на это надеюсь. Прям пиздец, как надеюсь. Так, приехали мы. Играть в игру The Beast Inside. Это наша жена Эмма, как я понимаю. Это наша тачка, похожая на Запорожец, но это какая-нибудь... Диктофон, нажмите Tab, чтобы проверить диктофон. Адам записывает разговоры и свои мысли о происходящем на диктофон. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Gotta get those boxes inside. I should put the box on a table upstairs. О, прикольно.
Откройте дверь. Так, игра какой-то баганой выглядит очень. Ну ничего, покатит. А хули я заношу коробки в дом, а не, блядь, жена эта вонючая? Куда? Куда она вообще пошла? Ща я, блядь, устрою. Слышь? Алло, мать. Открой, блядь! Уже в ванну залезу. Так, потык. Для опускания чердачной лестницы. Ясен хрен взять. Ой. Нормальная колба. Так. Ебать. Ясно. Реалистично. Так, что тут у нас? Что за фигурка? Писающего мальчика. Так, окей. Трость для опускания чердачной лестницы. Я заплатил этим засранцам вперед, поэтому неудивительно, что они даже не потрудились поднять коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. Ой. Так, а нафига мне эта записка? Блять, это чё, масло? Алкашка какая-то. Это мы все на улицу выкинем. В моем доме алкоголя не будет. Ни капельки. Может, это вообще лекарства какие-то, но похуй. Выглядит как бодяга какая-то. Книжечки. О, библия. Библия, это правильно. Чё, книжки. Нормально. Отлично. Все. Закрываем. Открываем. Осуждаю собак моих гавкающих. Какая музыка прям такая уверенная. Так, а чё стол светится? Чё мне с ним надо сделать, чтобы он перестал светиться? А, у меня герой-инвалид, не умеет прыгать, сори. Стоп, он прыгнул сейчас? А. Это я сказал. Ой, это чё там? Вот ты какой-то.
Блять. Херам отсюда. Дюрасселки. Так, ясно. Книга про беременность мне бы тоже не помешала прочитать ее, чтобы с пониманием относиться к Эми и ее закидонам. Че, берем, читаю? Это не кошмар. Пусть иногда вам и кажется иначе. Руководство по беременности для думающих женщин. То есть ты перед тем, как зачать ребенка, даже не удосужился узнать, человек да как будет, ну ты уебан, блядь. Человек, за которого я играю. Так, нахуй это все пооткрывал. Письмо от мамы. Мама здесь выросла, но мало. Рассказывала о своем детстве. Она думает, что нам с вами будет здесь хорошо, и я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырасти ребенка в Бостоне. Вырастить. Зачем я это все беру? Милая, не стой столбом, коробки сами себя не занесут. Нужно поставить ее на стол наверху. Кого? Коробки? Сука. Блять, нахуй. Какие-то механизмы. Ясно. Убрать дольче. Что это было? Так, что у меня багажник закрыт? Где рычажок ближе к багажнику открыть, да? Я не наблюдаю. Вот это он? Кто там это самое квакает? Тут болото должно быть где-то. I don't have time for river rafting now. Не хочешь плавать? Ну и ладно. Электричество. Кровь чья-то. Может, ну нахер? Какого хуя тут чья-то кровь делает? О, попиться. Слышь? Тварь, блядь. В ванну она пошла. Ты пиццу будешь? Блядь. Сука. Как же тут все нахуй? Это самое, вот это самое, блядь. Все, блин, ты занес коробки, что, надо наверх их? Хорошо, давай. Давай наверх. Туда к тебе, блядь. Ее на стол? А, блядь, ясно. Сука, заебала там уже свой вареник тереть, блядь. Красиво. Кажется, на чердаке есть краска. О, бля. И чё? Алё, блядь. Всё?
Поебало мне, не попади. You've gotta be kidding me. Fuck. Да вы, блять, издеваетесь? Что там пёрнуло, блять? Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. А, он же, блядь, жопу чистит. Так. В каком-то ящике? I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Сука, шлюха ебаная. Как багажник открыть, блядь, алё? А, да? То есть раньше не хотел, блядь, открывать, а сейчас... Только... Ну давай, повращаем, не знаю, посмотрим. Это нам не надо, я сказал. Я говорил, мы с собой не берем нихуя лишнего. Это, сука... Нахуй отсюда, блядь. На, блядь. Лампочка. Ебать, какой чердак пиздатый. Чё это, блядь, было? Подожди, чего? Это ветер дует? Или это долбоёбка, блядь, так на кран жмёт, что он там аж воет? А чё я тут вообще забыл? А, краску. Damn it. Долбоёб ебаный, блядь. What's that? О, loose plank. Двойное дно. Someone's hidden something under the floor. I need to pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere. Чё подпереть? О, багром. Помка Гордона Фримена. Ну давай, ебаш, блядь. Ну? Сука. Ну давай. Ой, блядь. Что это за знак, блять, над ним? Отрывок записок о голландской войне. Гальской. Какой нахуй голландской? Ты, блядь, долбоёб. Юлия Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. Скрытое послание. Инициал Юлия Цезаря. JCMF. Где тут, блядь, это? Тут нету, блядь, ни МФ. Чтобы МФ получилось. Так, ну. И чё? Ну. И что? This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Ну,
ебала какая-то. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... И что, блядь? J равно C, то есть первой буквой что должно быть? M равно F. Схуя ли оно равно M, F? Блядь, SMA-диск, прощаем, сука, схуя, мы можем любой, блядь. Ну хотя... Чего, блядь? МФ G равно C. C пососи. G равно МФ. C пососи. F МФ. F. MF. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find them all. Словно выделены. OP M равно F. То есть ясно. Это супер изи. То есть, если M равно F, значит, сука, сейчас надо на листике записать, чтобы... Хуета, блядь, где мне... А, вот ручка есть. Надеюсь, пишет. О. Хуй там плавал. Так. M, H, P, A... Так. Диск. H. То есть H это у нас, блядь, где ручка? H это у нас A. Тут следующая у нас буква P. P это I. A это у нас T. O first I'll put the letter J H. over C. Then I should be able to decipher the others. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Так. Фа... И... Фаит... Х... Фаит... Чё такое фаит? Так... Камень. Оу. Круто. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening, almost. Нашли мы по
27 сентября 1864 года от рождения Христова, вечер, почти ночь. Раньше я никогда не вел дневник, но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличить факты от собственных выдумок. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. Глава вторая. I have over my head for now. Ты что-то меня перекрикиваешь. I should light some candles and take a look around. Глава вторая. Незваный гость. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago. Without so much as leaving a letter. Чё за нахуй? The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness, whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And what happened to me. На всякий случай, ну нахер. Самолетик сделай. Мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Вот так вот и решились вопросы в те времена. Решались вопросы. Мне кажется, или бутылка шевелится? А поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Мой отец знал, что под землей находился пирит, но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он и познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу, и какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь, его уже не вернуть. Закрой. Хули открыл, блядь. Где спички? Это что, спичка? Керосин. Керосиновую лампу, значит. Давай, скончились спички. Керосин. Спички. Две штукс. О, лампа. О, я спичку потратил. Вот это я молодец. It's dark in here. I'll light the candles. Да, давай, давай, давай. Ай, блядь. Что за нахуй? Алло, кто здесь? Никого нет дома. Взрослые ушли. Сюда не влезь. Так, что мне надо? Зажгу свечки. Зажигай.
это что-то как не родной какой. Upstairs. What could it be? Блять! Алло, блять! Что это такое? Он отругал меня за то, что я корчил рожи и кривил спину, хотя, как видите, стоять ровно не мог именно он. Отец устроил мне взбучку, которую я не заслужил. Отец что, садист, блять? Damn wind. I thought the window was bolted shut. Какое ты окно затворял? Ты о чем, блять? Все окна закрыты, нахуй, ты что, дурак? А, нет, блять, сука. А, мама. Ворона ебала. Блядь, долбоёб! Hey, what are you doing here? This is private property. Ща тебе ебал сломаю! Где потык, которым я под... чердак открывал? Where the hell did he go? Hey! You still here? I'd better take a look. Что проверишь? Maybe I can find some. Так. Десять ебаных часов спустя, блядь, сейчас будет, если так буду хуйней страдать. That's my father's hat. Похуй. Чудовищное преступление. Потрясло миролюбивых местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении нескольких недель, последних нескольких недель, Джон Нортон считался пропавшим без вести. Мучитель пропавшего... мучитель проявил необычную жестокость. У жертвы было перерезано горло, по всему телу обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. Такие пироги, получается, это наш батя. Нет, это не его батя. Сдохни, тварь. Так, блять, в какую сторону ты смотришь, чтоб нихуя не лагало? Вот, блять, к дому подхожу, все заебись. Ясно. Это проблема с ебаной улицей. Можно вас, суки, обратно поставить настройки. Че это за ебала? Блять, ебать ты написал внутри. Тоже небезопасно. В доме теперь тоже творится это безумие. Он был так близко, я почти мог до него дотронуться. А потом он пропал. Не спрятался, просто испарился. Если это произошло на самом деле, то получается, я видел призрака? Может, у меня воображение разыгралось? Но это значит, что я сошел с ума. Мне нравится не один из этих вариантов. Кто он такой, что ему от меня надо и почему это происходит? Я ведь только начал приходить в себя после того, как провел добрый десяток лет в том ужасном месте. Но в каком месте? Ты провел добрый десяток лет. Да.
Так, а где у нас подвал? Раз. Так, кастрюлька. Кастрюлька хуй. Блять! Нахуй! А, блять! Что это было? Ебала тупо. Алло. Да. Угу. Так. Все, дорогие зрители, на этом я предлагаю заканчивать, потому что у меня появилось, сука, срочные дела, блять. Я за этот день, за сегодня записал только 3 серии. У меня был целый день в распоряжении, я записал только 3 серии, потому что я всем, блять, нужен был сегодня. И вот как только я начал записывать, мне пришлось играться с настройками, с всякой хуйней по типу лагающей записи. Ладно, не буду вас этим грузить. Очень надеюсь, что я смогу завтра хорошо записать несколько серий. Именно прям с кайфом. Вот сейчас момент, я вообще обосрался. Все, всех люблю и обнимаю. С вами был Кальцифер. Всем удачи. Всем. А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь.